Тема – режим симуляции, который можно использовать для эксперимента с оснасткой корабля без фактического владения кораблем или модулем. Начинается процесс оснастки следует с меню браузера. Тут можно увидеть сохраненные хиты. Для удобства рекомендую использовать фильтры. Определившись с кораблем, который вы решили оснащать, следует перейти в меню оборудования. Тут советую использовать фильтр ограничения по классу корабля, чтобы отображалось исключительно оборудование, которое возможно установить на выбранный корабль. При установке модулей сразу отображаются изменения в характеристиках корабля и загруженность бортовых систем, центрального процессора и реактора. Существует два типа модулей – активные и пассивные. Активные – это те, которые нужно активировать, чтобы они выполняли свою функцию. Пассивные работают по умолчанию, в постоянном режиме. Существует четыре режима модулей. Первый – отключен от питания, полупрозрачный. Второй – подключен к питанию, серый цвет. Третий – активирован, зеленый цвет. Значит, что модуль в данный момент включен и выполняет свою функцию. Четвертый – в предельном режиме, красный. Означает, что модуль работает в перегреве, на износ, ломается, однако работает эффективнее стандартных своих возможностей.